Давай попробуем сыграть в игру. Я сейчас поставлю сложность, чуть полегче. То есть мы должны точно победить. Ну-ка, а если вот поставить сложность настолько предельно более легкую, вот так вот, то есть все предельные. Здесь тоже надо винчи поставить, что это самый лучший комп. А этому поставлю высочайший уровень. И получается, я самое слабое звено, потому что я человек, играю против компа. То есть даже если я скопирую поведение компа, все равно он победит. Искусственный интеллект всегда побеждает. Строю робота, строю лечилку, строю добычу. Может быть, это ошибка. Комп вроде никогда не строит эту такую добычу. Мне она просто нравится. Строю войска. Сейчас по-быстрому буду делать. Сделаем. У меня просто это здание, оно уникальное, оно великолепное вообще. Жаль, что вот такие игры, как Battle Realms и эту игру, это все стратегии, очень древние. Они не получили развития. Так, сейчас нападем вот этого. Так. Теперь сделаем рабочих. Сюда отправим в безопасное место. Так, здесь сделаем раз. Так, здесь сделаем еще один рынок. Еще одного сделаем. А замок потом можно будет купить, наверное. Сделаю добычу золота и куплю замок за 232. Пока что будем атаковать. Но она слабая. Знаешь, что здесь не хватает ей? Не хватает огнемета. И еще дополнительного бункера, чтобы туда снайпера посадить. Или ракетчика. Здесь не хватает вообще пехотинцев разных видов. И улучшение, чтобы они стреляли не из старой винтовки Мосина, а из современных винтовок, которые очередями стреляют. Так, теперь еще сделаем. А, надо купить замок. Так, они вылечились теперь.
опасно держать, что нападут. Роботов отправим сюда, а этих двух отправим в безопасное место сюда. Починим, сделаем. Сделаем одну вот эту штуку. Ну все, сейчас начнут нападать. А, теперь еще захватим замок. Хотя можно его отдать компу. Здесь сделаем калькулятор. Тоже хорошая штука, интересная. Не, ну, интересно придумали, да. Очень круто. Золото дофига. Сейчас его обменяем на минералы в калькуляторе. Здесь идет война. Надо сейчас грамотно распорядиться, с кем воевать. Сделаем барак здесь. Здесь сделаем технологию, рынок, два рынка. И теперь направимся сюда воевать. Компом против двух захватчиков. Здесь один, а здесь два напали. Здесь почему роботы работают?
жил здесь. Почему? Я же его отправил. А, вот идет. Отправляем сюда. Делаем здесь. Добычу, делаем вышку. Вот здесь поставлено. Сейчас надо быстро делать развитие города. Войск.
сделать сразу же. Эту штуку. Опять их куча сыпалась. Сейчас под вышки пройдемся. Вот это сделаем. Давайте, подходите. Завод. Автоматически роботов делает. Сейчас надо улучшать экономику. Слушаем вот здесь. А здесь, скорее всего, находится. О, станки не попадают. Thank you.
очень важно. Хоть какую-то защиту надо сделать. Thank you.
тут они все победили. Все разнесли. Надо где-нибудь. Особо побеждают. Ко мне придут. Здесь же ожесточенные сопротивления оказывают. Это слишком слабый игрок. Здесь они не смогут отбиться. Здесь тоже что-то не. Здесь вообще слон нападает. А здесь орда идет прямо уже ко мне. Все. Все, мне конец. Блин, куда они пошли? Страшно. Вот, делаем бессмертную. Союзники тоже пришли. Ну вот, вроде что-то немного пришли.
Блин. Сразу делает рынок и технологии и робота. Рынок сделал, технологии сделал. Ой, технологии сейчас делают, делает рабочих. Вот, рынок сделал, делает рабочих. Снайперы воюют с замком одним отрядом и одним снайпером. Затем второй подходит отряд, делает рабочих, захватывает. То есть он очень быстро захватывает, делает бараки, делает пехоту. Делает герои, делает
сразу этих паучков. Постоянно захватывает, постоянно захватывает. Постоянно все захватывает, нападает, разносит рабочих, у этих экономику разносит. Вообще мощь. Нападает, короче, разносит экономику. На рабочих нападает. Ну, армии-то у него не так уж много. Нападает на рабочих. Вот это постоянно уничтожает экономику противника. А это добывает золото, кстати. Добывает золото. Короче, надо экономику противника разносить. Нужно резко нападать, экономику разносить. Если получится.